Всем доброго времени суток. Производители каждый год выпускают новые модели стиральных машин. Но стирка порой все равно похожа на лотерею. Иногда на одежде сохраняются пятна, отсутствует свежесть или остаются разводы от ополаскивателя. Последнее огорчает меня все чаще. Какими бы ни были дорогими кондиционеры для белья, нет гарантии, что белье перестанет электризоваться. Но выход есть. Что же это за средство, спросите вы? Это обычный шарик из алюминиевой фольги, который есть в каждом доме. Наверняка вы знаете, что алюминий уменьшает статическое электричество и, следовательно, усиливает действие моющего средства. Просто скатайте плотные шары из фольги и положите в барабан с бельем при следующей стирке. Один и тот же шарик можно использовать до полугода. Лучше один раз проверить и убедиться в надежности результата, чем тратить деньги на дополнительные химические моющие средства, которые не всегда работают так, как хотелось бы. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на нас. Всего доброго. До новых встреч.